наших людей белорусских, наших женщин. Детей убивают, бьют, издеваются, забирают. Даже не знаем, куда обратиться, куда отвозят, понимаете? Ну, какая-то уже справедливость должна быть. Что не Я, в принципе, вышла первый день и вот поддержать, потому что даже вот эти три дня, что происходило, вот так, как разгоняли людей, как к ним относились, и, ну, не по-человечески. Поэтому я решила выйти. Как бы, я не могу сказать, что я совсем против власти, но я в чем-то против, но против того, что так поступают с людьми. Вот. Мне не нравится насилие, которое применяют к мирным гражданам, потому что я как врач не приемлю насилие и хотела бы, чтобы это прекратилось. В данном случае конкретно поэтому, потому что врачи против насилия. За мирные демонстрации, за мирные перемены. Основа всех этих так называемых протестующих, люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу.